какие-нибудь вопросы губернатору Донецкой области Александру Кихтенко? Сразу так не скажешь, но дороги никуда. Ну и, конечно... В городе? А? В городе дороги? Да, дороги в городе. А пожелания какие-то есть? Работать, работать. Что-то волнует? Нет. Я вообще сейчас ни о чем не думаю. Здравствуйте, можно вопрос задать вам? Есть ли у вас... А чего? Губернатору нет вопросов? Губернатору? Да. Когда война кончится, елки-палки, и все. А конкретный какой-то вопрос? Какой может, конкретный? Вас волнует, вот, кроме войны? Если не обобщаю, а конкретно что? Да нет, все устраивает. Работу людям. Работу? Конечно. Спасибо. Есть ли у вас какой-то вопрос к губернатору Донецкой области, Александру Кихтенко? Если была возможность, что бы спросили? Ну, у меня пока вопросов нет, если честно. Пожелания? Нету. Пожелание скорее освободить Донецкую область. Спасибо. Больше ничего. Спасибо. Владимир, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы к губернатору Донецкой области? Дуже багато. Ну вот конкретно, можно какой-то хотя бы один-два? Информационный. Нема українського радіо. Радіо РФМ є, але вона всіх потреб не визначає. Повинна бути або перший канал українського радіо, який там дійсно є такі передачі патріотичні, які у кожній там хвилину або годину дійсно прославляють Україну. Ну, не вистачає цього. Є ли у вас вопрос губернатора Донецької області Олександру Кіхтенку? Много вопросов.